Беларусь на вторые Европейские игры продолжают прибывать VIP-гости. Два часа назад в национальном аэропорту Минск приземлился борт президента Сербии Александра Вучича. Его встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель главы МИД Андрей Дабкюнас. Встреча традиционно прошла в торжественном сопровождении роты почетного караула. С какими мыслями приехали в Минск? Что ожидаете от этого спортивного праздника? Я думаю, прежде всего, встретиться с моим другом, президентом Беларуси Александром Лукашенко, увеличить наше сотрудничество, политическое, экономическое сотрудничество, и сказать ему много того, что надо сказать другу. И я ожидаю хорошие дни для наших спортсменов здесь, в Беларуси. После приема у президента Беларуси Александра Лукашенко глава Сербии станет одним из высоких гостей церемонии открытия вторых Европейских игр.